Ну как вам? Нравится? Вы только посмотрите, какое море, какой вид. И вы знаете, буквально через год он будет открываться из каждого окошка, из каждой квартиры в новом комплексе в районе Авсала. Вас приветствует международная компания REST Property. Выбирая недвижимость с нами, вы будете работать с надежной компанией, поскольку мы на рынке недвижимости уже более 17 лет и уже дважды становились лучшим в Турции агентством по продаже недвижимости. Сегодня я хочу заинтересовать вас привлекательным инвестиционным проектом в районе Авсалар. По кадрам с дрона вы наверняка успели заметить чудесную песчаную береговую линию. Да, это пляж Инжикум. И я не ошибусь, если назову его одним из лучших в Турции, ведь он входит в десятку лучших и удостоен голубого флага. Почему ему отдельное внимание, друзья? Потому что наш комплекс будет располагаться всего лишь в 150 метрах от этого пляжа. К нему, естественно, будет проложена тропинка, друзья, прямо к этому пляжу. И я уверен, вам понравится тот факт, что за реализацию данного проекта взялась очень серьезная компания. А точнее, государственный застройщик, который вел свою деятельность даже в столице Турции, Анкаре. Итак, площадь, отданная под застройку, 6500 квадратных метров. Будет всего 3 блока высотой в 2 этажа, а квартир 48. Причем их осталось уже не так много, друзья, поскольку проект действительно очень привлекательный. У этого комплекса действительно уникальная локация. Он будет стоять в окружении банановых плантаций и сосновых лесов. А благодаря тому, что блоки будут располагаться каскадом, из каждой, как я уже говорил, квартиры будет открываться вид на Средиземное море. Но на территории самого комплекса будет летний бассейн, теннисный корт и баскетбольная площадка, беседки для отдыха и барбекю, детская игровая площадка, охраняемый паркинг, сауна, фитнес-центр будут располагаться в блоке Б и работать круглый год. Ну а сейчас давайте я вам расскажу, какие будут квартиры, какие планировки и площади. Итак, можете ставить видео на паузу, чтобы рассмотреть их детальнее. В наличии сейчас апартаменты 1 плюс 1 с площадью 64 квадратных метра, апартаменты 2 плюс 1 с площадью от 95 до 105 квадратных метров. Ну и, конечно же, пентхаус, двухуровневые апартаменты с планировками 3 плюс 1 и 4 плюс 1 с площадью от 148 до 178 квадратных метров. При покупке, друзья, вы получаете не пустую квартиру с черновой отделкой, нет, это все осталось в прошлом. Это будут люксовые апартаменты с первоклассной чистовой отделкой от застройщика, напольное покрытие из ламинированного паркета, покрашенные стены, подвесные потолки с комбинированным освещением, установленные входные межкомнатные двери, розетки, выключатели, панорамные окна, оборудованные сантехникой ванные комнаты и, внимание, система подогрева полов по всей площади. То есть вам останется выбрать только мебель и комплект бытовой техники. Дело, возможно, хлопотное, но только не в том случае, если у вас в помощниках менеджеры нашего послепродажного сервиса, которые проведут вас по всем магазинам и помогут выбрать самые выгодные и лучшие варианты мебели и техники. А благодаря своей удачной локации эти апартаменты будут интересны и в плане постоянного проживания, и в плане летнего отдыха, а также в том случае, если вы планируете сдавать апартаменты в аренду и получать пассивный доход. Сдача проекта в эксплуатацию и завершение строительства запланировано на март 2022 года. И как вы знаете, с каждым новым этапом строительства стоимость апартаментов будет расти. Поэтому, покупая недвижимость сейчас, вы будете экономить свои же деньги. А чтобы связаться с нашими менеджерами, уточнить информацию и план оплаты, заходите на наш сайт restproperty.ru. Там же вы сможете найти еще больше информации о данном предложении. Номер объекта 9470. Для удобства мы оставили ссылку в правом верхнем углу и в описании под видео. Минимальная стоимость апартамента в этом комплексе сейчас составляет 54 тысячи евро. Наша компания дает гарантию лучшей цены на рынке турецкой недвижимости, поскольку мы не берем процент с покупателей, а застройщик предлагает выгодные и удобные планы оплаты. Ну а если же вы всегда мечтали сами построить дом на берегу Средиземного моря, то мы также оказываем услуги по застройке объектов недвижимости по эксклюзивным проектам заказчика. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и покупайте недвижимость с REST Property. До встречи!